молодежи фестиваля «Мастера Икола». Прежде чем мы начнем наш концерт, большая просьба ко всем включить мобильные телефоны, поскольку у нас идет видеотрансляция и запись концерта. Фестиваль пролетел буквально мгновенно. 5 дней, когда шли различные мероприятия, концерты, творческие встречи, мастер-классы. И сегодня я надеюсь, что будет такое же яркое событие, которое наверняка доставит вам много удовольствия. Будет звучать очень интересная музыка, и самое главное, ее будут исполнять замечательные музыканты. Прямо сейчас мы начинаем наш концерт, и первое произведение, которое прозвучит, это будет Моцарт, квартет «Годовой» и струнный фа-мажор в версии для флейты, пикколо и струнных. Исполнители: Варвара Устюкова, солистка Государственной академической симфонической капеллы «Россия», и солисты квартета имени Валентина Белинского: Федор Калашников, скрипка, Павел Романенко, альт, Михаил Калашников, виолончель. Thank you.
Thank you.
Алексей Козин. Парафраз «Через весну и лето» на тему Астра Пьяццолла для Петти Пикколо и струнного квартета. Мировая премьера. Исполняю. Солистка заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии Ксения Куэгер. И квартет имени Валентина Берлинского в составе Денис Гасанов – скрипка, Петр Калашников – скрипка, Павел Романенко – альт, Михаил Калашников, виолончель.
в 15:00. Thank you.
праздника.
еще одна премьера нашего концерта. Алексей Позин, «Затерянный среди звезд». Фантазия на тему Кармайкла для флейты пикколо, сопровождение ансамбля флейт и бас кларнета. Исполнители. Московский флейтовый ансамбль. Петр Тишков, Мария Урыбина, Алина Епифанова, Александра Мелда, Ксения Молокова, Варвара Бестякова, Святослав Голубенко, Елена Зубович, Анна Махова, партия бас-кларнета Александр Филатов. Солистка Государственного академического Мариинского театра Аглая Шуплякова.
с оркестром, первая часть Феликса Мендельсона. Транскрипции для флейты Никола и ансамбля флейт Галочкина. Исполнители: Московский флейтовый ансамбль, Мария Улибина, Наталья Филатова, Ксения Молокова, Ирина Еминевская, Святослав Полуменко, Елена Зубович, Анна Махова. Солистка Государственного академического большого театра России Елена Митрофанова. Дирижер Александра Мелда. Thank you.
Браво! «Снежная равнина» для ансамбля «Лей». Исполнители. Солистка Государственной академической капеллы России Варвара Вистюкова. Солистка Российского национального молодежного оркестра России Диана Латакова. Солистка Московского музыкального академического театра имени Станиславского Немировича Данченко Алена Безносикова-Полторацкая. Солист Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского Артем Васильев, а также Святослав Голубенко, Ирина Ильиневская, Елена Зубович, Анна Махова.
концерта, из вечернего фестиваля. Сейчас звучит сочинение Гаэтана Доницетти. Концертина для флейты и камерного оркестра, транскрипции для двух солирующих флейт пикколо, ансамбля флейт и бас кларнета. Исполнители: московский флейтовый ансамбль в составе Александра Мелда, Петр Тишков, Наталья Филатова, Алина Епифанова, Ярослав Голубенко, Ирина Веленецкая, Елена Зубович, Анна Махова. Партия бас-кларнета Александр Филатов. Солисты. Солист Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского Станислав Михайловский и солист Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского Артем Васильев.
Это большой труд, большой подвиг, большой вклад вырваться с работы, найти время, выбрать программу, провести репетиции, выйти на эту сцену. Это каждый год равносильно чуду, что находится день, когда все могут выйти на сцену. Во-вторых, я очень благодарна всем нашим слушателям, всем, кто был на мастер-классах, всем, кто был на концертах. Я знаю многих ребят, которые уже не первый раз приезжают на наши фестивали. Это очень приятно, и я очень надеюсь, что вы частичку этого фестиваля увезете в ваши города, расскажете о нас, покажете записи мастер-классов, чтобы искусство игры на флейте пикколо росло, чтобы следующие люди, которые возьмут этот инструмент в руки, не сталкивались со сложностями, проблемами, чтобы они всегда знали, что есть место, есть дом для флейты пикколо, где всегда можно найти ответы на вопросы. И я очень большую благодарность хочу сказать и выразить Академии музыки имени Гнесина, потому что для каждого фестиваля очень важно иметь свой дом. И лучшего места для фестиваля мастера пикколо представить практически невозможно. Это замечательные залы, это потрясающая администрация, которая идет всегда на встречи. Все помогают нам с афишами, с организацией, предоставляют прекрасное совершенно помещение. Спасибо большое и ждем вас через год на новом фестивале мастера пикколо.